Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi Q5. Ремонт правой стороны. Обе двери, порог и стойку буду менять. Установил машину на стапель и разбираю правую сторону. Снимаю две двери и все то, что будет мешать ремонту. Итак, машина разобрана. Начинаю ремонт. Первым делом вытягиваю среднюю стойку и порог. Порог вытянут. Продолжаем дальнейший ремонт. У меня есть две бэушные двери в хорошем состоянии и новый порог. Все эти части будем устанавливать. Теперь удаляю весь поврежденный металл. Первым делом удаляю наружный металл со средней стойки и с порога. Удалил. Теперь вы можете видеть, насколько поврежден внутренний металл средней стойки. У меня его нет, поэтому придется его равнять. Вырежу кусок поврежденного металла и отравняю его.
Мне повезло, только верхняя половина стойки сделана из твердого металла. Вырезаю поврежденный кусок. После того, как удалил кусок средней стойки, можно увидеть, насколько поврежден внутренний усилитель порога, коробка. Равняю порог. Вот и пригодился инструмент, присланный Алексом. Порог и коробку его я отровнял. Теперь приступаю к ремонту вырезанных кусков стойки. Куски буду равнять на столе. Отравнял, внутри загрунтовал. Теперь можно и приваривать. После удара стойка средняя стала чуть короче. Растягиваю ее. Теперь все прекрасно и привариваю первый элемент средней стойки. Устанавливаю, примеряю второй элемент. Размеры беру с нового куска порога. Как можете видеть, часть верхней стойки вывернута в сторону салона. Thank you.
оттягиваю ее, выкручиваю и затем свариваю. После сварки зачищаю, грунтую, и на этом ремонт внутренних элементов закончен. Приступаю к установке внешнего металлопорога со стойкой. Весь этот кусок мне не нужен, обрезаю его. Устанавливаю порог и выравниваю места сварочных соединений. В местах сварочных соединений вставил вкладки, затем промазал герметик. Устанавливаю деталь и свариваю ее. Сварочные работы закончены. Сварочные швы заливаю оловом. Ремонт порога со средней стойкой закончен, осталось совсем немного.
устанавливаю двери и регулирую их. На этом работа моя закончена. Двери были куплены в цвет машины, в хорошем состоянии, поэтому хозяин будет красить только порог. Отдаю машину хозяину. На эту работу ушло 4 дня. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!